расчесываем, приводим в порядок мальчишечку, йоркширский терьер, окрас шоколадно-лиловый. Мальчишечка будет стандартным, с шоколадным носом, шикарным, редким шоколадным носом. И глазки у него карие. Вот такие красивые глазки и очень длинные ресницы. Вот такие. Такой красавчик в поиске своих родителей. Мальчик удивительный. Он просто настолько классный. Даже не могу передать словами. Он очень добрый, он очень спокойный, он нежный. Он никогда попусту не гавкает. Он такой, ну, настолько правильный, умный, замечательный, что вот, ну, вот просто прям не знаю, как его описать. Семью для любви, для души. Малыш, я думаю, будет дружить с другими животными. Настолько он прям покладистый и приятный, что, ну, вот прям, ну, такой вот маленькая душечка прям, ну, прекрасный. Прекрасный. Характер просто изумительный. Ушечки мы еще подклеиваем, но ушки уже стоят. Сейчас на столе расчесываю, поэтому ушки он опустил. Вот такой мальчишоночек. Спокойный. Вот такой спокойный. Вот такой вот красавчик. Может жить у вас. Да, сладенький. Рассудительный. Ну, просто, блин, ну, прям настолько классный учень. Да, такой сладкий-сладкий мальчик. Редко бывает шоколадный нос у йорков. Ну, вот, вот такой вот он красотунчик. Вот такой может жить с вами. Ушки вот, вот такие красивые. Вот, вот такие красивые ушки. Пик. Кого мальчик заинтересовал, пожалуйста, обращайтесь. Могу снять отдельное видео, фото. Можете приехать. Как пожелаете. Доставочка есть. Можно обговорить индивидуально. Можно доставить практически в любой город. Вот такой мальчик ждет свою семью. Красота моя. Красота.